Запоріжжя – прифронтова територія. Поліцейські звіти з повідомленнями про озброєні пограбування та злочини із використанням зброї систематично нагадують про це. Не на камеру правоохоронці діляться. Населенню краще не знати, скільки за ці два роки в наш регіон потрапило незаконної зброї. Виявити її до того, як вона буде використана, вкрай важко. Чи не єдиний спосіб проведення місячників добровільної здачі зброї. Саме така акція була оголошена у Запоріжжі на початку жовтня, і далі говоритимемо про її результати. До завершення осіннього заходу добровільної здачі зброї залишилось декілька днів. Як у всій країні, так і у Запоріжжі правоохоронці закликають громадян здати незареєстровану зброю. Кажуть, під час акції не передбачено кримінальної відповідальності. Лица, добровольно сдавшие незаконное оружие, имеющее в личном пользовании в период времени с 1 по 31 октября, автоматически освобождаются от уголовной ответственности. Напоминаю, что санкция статьи, предусмотренная ответственность за незаконное оружие, до 5 лет лишения свободы. Зараз в Олександрівському райвідділку поліції знаходиться 20 одиниць принесеної зброї. Цього разу це пістолети та патрони. Правоохоронці кажуть, під час акції кількість зброї приблизно завжди однакова. Ті, хто приносять її, приховують достовірність її появлення, розповідають у поліції. В основному придумують, хитрять, ну істину все одно стараються не говорити. Знайшов, убирав, відкопав. Але головне – приносять. Правоохоронці кажуть, що великий відсоток – це заборонена для цивільного використання зброя. Дозволено, але не зареєстровано, можна поставити на облік. Це мисливські рушниці та травматичні пістолети. Вся інша зброя після вилучення підлягає утилізації. Катерина Лук'янець, Сергій Ляшенко, Ірина Хомуцька, телеканал ЗЕТ. Ми продовжуємо говорити про події та актуальні теми вівторка і більш детально, власне, про результати місячника добровільної здачі зброї та доцільність таких акцій. Ми говоритимемо з начальником відділу дозвільної системи Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Юрієм Фоміним. І, власне, під час нашої бесіди порушимо ще одне питання. Питання щодо масового дозволу на зброю. Пане Юрію, вітаю вас. Говорячи ось про цей місячник, 20 одиниць, 20 пістолетів, що це багато чи це замало, чи це як завжди? Ну, скажімо так, це результат всього лиш одного райділа. Жовтний Олександрівський. Олександрівський. Скажімо так, на протяжении многих лет по указанию Министерства внутренних дел проводится дважды в год месячки для довольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатки. В этом году, это первый год, у нас это в третий раз. В апреле был месячный добровольной сдачи оружия и в июле. Скажем так, мы ожидали в июле хорошие результаты, ну, в связи с тем, что многие граждане были на отдыхе, поэтому получили по сравнению с предыдущими результаты чуть-чуть ниже. А так обычно в каждый месячник у нас создается более 200 единиц оружия, спецсредств, много боеприпасов сдается. Ну, ось ви говорите, зазвичай двічі на рік, а тут тричі. Ось, чим обумовлено ось ця третя? Це зв'язано з ситуацією в государстве. Мы ожидали, что граждане, участники АТО, которые, возможно, привезли из зоны АТО какое-нибудь оружие, боеприпасы, пойдут в отделы полиции и будут сдавать это оружие. И как много таких? Ну, я вам скажу, что таких фактов установлено у нас не было. А что зазвичай говорите? У нас был, я вам сейчас скажу, был один интересный факт в городе Бердянске в июле месяце. Женщина сдала свой гараж в гаражном кооперативе «Маяк» по истечению срока договора аренды. Она пришла в гараж и, скажем так, была удивлена. В гараже обнаружила два гранатомета, 197 гранат, 5 снарядов, мины. Ну, естественно, обратилась в Бердянский отдел полиции и добровольно сдала все это. Знайшли власника цього арсеналу? Звісно, ні.
Питання, яке витікає з цих перевірок, яке зараз достатньо часто обговорюється, питання легалізації, масової легалізації зброї, надання дозволів. На ваш погляд, з вашої практики, чи потрібно це зараз? Легалізація у нас предусмотрена законодательством не только лишь охотничьего гладкоствольного оружия, охотничьего нарезного после определенных проверок и газовых пистолетов-револьверов. В основном все оружие, которое у нас стоит на учете, и нарезное, и охотничье, и гладкоствольное, и травматическое, и газовое, это все мы выдаем на основании того, что люди нам предоставляют установленные законодательством документы. По травматическому оружию есть определенные категории лиц, кому можно. Это, допустим, нардепы Украины, судьи, журналисты, работники судов, прокуратуры, полиции, докадровые военные, журналисты. Вот. Все это оружие, сейчас у нас база единая в государстве, все это закольцовывается в базу и... Це все, на ваш погляд, все легальне. Так, зрозуміло. Але на ваш погляд, чи слід зараз давати легальний дозвіл на використання, скажімо, травматичної зброї іншим категоріям населення? Не тільки суддям, не тільки поліцейським, не тільки журналістам? Скажімо так, по травматичному, я би сказав, слід. Тому що у багатьох громадян, які повернулися з зони АТО і які, скажімо так, мають преступні какие-то намерения, есть возможность сейчас приобрести более серьезное оружие. И поэтому травматическое оружие – это спецсредство. И я бы сказал бы так, что всем гражданам можно было бы его разрешить на основании документов, которые они дадут, без предоставления оснований. Можно было бы дать... возможность покупать. Ось таки дозвіл. Ми поцікавилися у запоріжців їх ставленням до масової легалізації зброї і ось, власне, відповіді, які почули, побачили. Оружие – це завжди страшно, це насилие. Я проти цього. Да, підтримую. Тому що у нас, допустим, недавно випустили дуже багато уголовників, которые, скажем так, плохо себя ведут. И это как бы в качестве самозащиты может помочь людям. Ну, конечно, не давать оружие каким-то обезбашенным людям. Плохие ребята, они всегда найдут, где купить оружие. А хорошие, добропорядочные защититься от них не смогут. Так что, да. Думаю, все-таки негативно, потому что у нас не тот менталитет, чтобы многие люди адекватно относились подобной ответственности в своих руках. Общество наше не готово, и я не уверена, что легализировать его будут люди, которые психически устойчивы, морально устойчивы, то есть это опасность. У нас законодательство, да, даже база законодательная, для этого всего нет ее просто-напросто. Это очень опасно. Ужасно я к этому отношусь, поскольку оружие, оно никогда не приводило к хорошим последствиям. Там, где оружие, там всегда происходит что-то плохое и зловещее. Поэтому я считаю, что это нужно запретить. И даже в качестве защиты огнестрельное оружие, в частности, использовать не стоит. Легализация – это хорошо. Единственное, что хотелось бы, чтобы, может, усугубили или ужесточили правила получения этого оружия, чтобы оно было не настолько доступно для всех масс населения. Да его вообще убрать надо. Потому что люди наши не могут управлять. Они думают, что это безнаказанность. Нужно убрать это оружие, я бы сказал, даже травматическое оружие, разрешить на особых правах. Положительно. Почему? Вы знаете, у нас в стране очень много оружия. Я думаю, что те, кто хотел его получить, уже давно получили. Я думаю, мирным гражданам тоже оно бы не помешало для защиты своей жизни и здоровья. Только за, я считаю, что это будет сдерживающий фактор для людей, которые хотели бы сделать какое-то преступление, да, но перед тем уже бы думали. А вдруг у кого-то есть оружие, и я думаю, что лучше бы легализовать это все. В принципе, я не против легализации, скажем так, поскольку те, кто пользуется этим оружием для злых дел, они и так его могут найти.
Юрій Фомін, начальник відділу дозвільної системи Головного управління Нацполіції в Запорізькій області в нашій студії. Ми говоримо про легалізацію зброї, ми говоримо про результати місячника добровольної здачі незареєстрованої зброї. Пане Юрію, ось такі, власне, відповіді запоріжців ви також бачили, ви також чули їх. Я би хотів у вас поцікавитися зараз дещо іншим. Як багато жителів міста зараз реєструють зброю? Травматичну зброю і вогнепальну зброю, ну, мисливську зброю, зокрема. Якщо, я пам'ятаю, якщо порівнювати рік 2014... Я хотів сказати, да, ось з ним, да, з цим, да, періодом. Да, да. Значить, з моменту початку событий в зоні АТО, в порівнянні з предыдущими роками, у нас було видано в три рази більше нарізного охотничьего оружия, гладкоствольного, но это в основном помповое оружие. Люди в основном приобретали для самозащиты, для защиты себя, своих семей, своего жилья. Вот. И травматическое оружие примерно было выдано по сравнению с теми годами все три раза. Потом 15-й год спад, и 16-й год у нас спад. Потом, вот. Но и тут еще мы исходим из той ситуации, что все оружие очень подорожало, скажем так, по сравнению с ценами в оружейных магазинах до 2014 года, оно было намного дешевле. Підтвердіть, будь ласка, чи спростуєте інформацію. Подекуди йдеться, що є вказівка, така негласна, що обмежити дозвіл видачі зброї саме у зв'язку з тим, що на Сході відбуваються певні події. Підтвердіть чи спростуєте? Ніяких указаний не було ні з міністерства. Всі розрішення нашими сотрудниками в областном управлении и на местах выдавались в соответствии с законодательством. Если человек обращается, личное присутствие его у инспекторов или у нас в отделе в областном управлении, предоставление всех документов, в том числе и документа, подтверждающего наличие условий хранения, это сейф у каждого владельца должен быть в квартире или в доме сейф, который должен быть либо прикручен к стене, если он легкий, если он тяжелый, то, ну, как написано в законодательстве, у нас в инструкции, властник повинен забезпечити безпечное зберігання. Какой будет сейф? Ну, он должен быть. Это также для того, чтобы исключить возможные факты краж преступниками и возможные проникновення к этому оружию всіх посторонніх ліс. Пане Юрію, повертаючись до питання легалізації зброї, що з цього приводу думають ваші колеги, їх ставлення? Все ж таки треба охороняти порядок, і якщо зброї побільше, навряд чи вам це, у вас поменше роботи? Скажемо так, от у нас в цьому році з початку року завершено 70 преступлений с оружием или с предметом, похожим на пистолет. Все эти преступления совершались, ну, основная масса, кроме двух, все преступления совершались с неизвестным оружием. Или оно известно, изымалось, но оно не было зарегистрировано. Только лишь два факта было. Это в марте месяце на Шевченковском микрорайоне преступник хотел проникнуть с целью грабежа в дом, и владелец оружия применил оружие и убил преступника. И в Мелитополе в марте тоже воры залезли в квартиру, и владелец, тут интересно, владелец применил оружие и задержал преступника. Все остальные преступления – это 11 убийств с начала года, 8 телесных повреждений, 28 разбоев, 14 хулиганств. Это все совершалось с неизвестным оружием или, как у нас говорят, с предметом, похожим на пистолет. Пане Юрію, я дещо про інше запитав. Я зрозумію, якщо ви відмовитеся відповідати, ваші колеги, більшість їх ставлення до надання дозволу на масового дозволу на використання зброї, те, про що зараз обговорюється. Ну, поняття масового дозволу на травматичну зброю. На травматичну зброю
Я скажу так, если гражданин изъявил желание, и у него есть законные основания, он приходит, мы выдаем. Буквально за кілька хвилин повернемося до нашої бесіди. У нас є позиція з цього приводу юриста. Существовали за историю Украины, наверное, законопроекты 4 о частичной легализации, о легализации оружия для населения. Последний законопроект в 2014 году вносился в Верховную Раду. Речь шла о легализации так называемых несмертельных видов оружия, то есть травматического оружия для населения с целью обороны. Законопроект вернули на доработку. О том, что этот вопрос важен для общества, говорит то, что петиция, первая на сайте президента петиция за разрешение свободного обращения оружия в стране, 25 тысяч голосов набрала, по-моему, меньше, чем за неделю. Другая сторона медали, да, другая проблема, что, наверное, все-таки власть в какой-то степени побаивается наличие оружия на руках у населения какого-то неконтролируемого. Каждый, достигший 18-летнего возраста, ну, понятно, не состоящий на учете в психо, там, нарко, алко, диспансеры, прошедший соответствующие проверки, может свободно владеть охотничьим гладкоствольным оружием. Впоследствии, там, состоя в определенных охотничьих обществах, имея опыт обращения с гладкоствольным оружием охотничьим, может получить возможность оформить разрешение на охотничье нарезное оружие. Также отдельные категории могут владеть травматическим оружием. Это работники правоохранительных органов, прокуратуры, судов, это журналисты, кстати, это лица, участвующие в криминальном судопроизводстве. То есть есть этот перечень категорий. Ну і, власне, аби завершити тему легалізації, масової легалізації зброї, я хотів би навести певні статистичні дані. Ось ідею легалізації зброї в Україні підтримують нині тільки 19% жителів, 81% виступає проти. Найбільш активно за легалізацію виступають жителі півночі України, 37,9%, а найменше підтримку ідея легалізації зброї отримала серед жителів окупованої території Донбасу, там лише 7,7%. Ну, ось, пане Юрію, знову-таки, зрозумію, якщо не відповісте, ось у вас особисто ось такі дані не насторожують, що лише 19% жителів вважають, що так, нехай буде зброя? Ну, скажу, у нас були моменти, спочатку дії в зоні АТО, що у нас люди в приграничных городах, это Бердянск и другие, Приморск, они были ли настолько, им было страшно, что, естественно, они относятся к легализации отрицательно. Были моменты у нас, когда запретили даже фейерверки на территории города Бердянска, потому что любой взрыв, любой ночью, любой ночной где-то удар, что-то такое, люди боялись, пугались. Конечно, это все отразилось на человеческом факторе. Вот я считаю так. І продовжуючи, повертаючись до теми боротьби з незаконною зброєю, яка зараз є тут у нас у Запоріжжі. Особисто ви бачите якісь засоби боротьби ось з незаконним зберіганням зброї? Ну, місячник, ну, місячник, так, це да, добре. Да, да. Це добре, але ж погодитися, це не вирішує проблему. Ну, я вважаю, за стільки років роботи і основний результат по выявлению незаконного оборота оружия, это хорошая работа оперативных сотрудников, это которые имеют свою агентурную сеть, которые работают, ну это уголовный розыск, следователи, вот, это выявлять, потому что наша работа, она состоит в том, что к нам люди приходят, и мы уже выдаем разрешение законопослушным гражданам. А вот это весь незаконный оборот, да, мы хотели бы, конечно, чтобы нам несли там и боевое оружие, и боеприпасы, патроны, привезенные из зоны АТО, калибра 7,62 автоматные и 5,45 боевые. Но, скажем так, если эти предметы попадают в руки лиц, которые намереваются совершать преступление, никто никогда из них это эти предметы добровольно в месячнике не сдаст. Поэтому здесь работа оперативных служб
Я считаю, только они могут выявлять это, такие элементы. У жовтні гранати та вибухівка також не здавалося? В октябре здано у нас уже 5 гранат, 1 снаряд, 1 мина. Да. А так в основном сдается оружие с объектов. У нас есть объекты, в которых на вооружении боевое оружие, пистолеты, карабины. Вот. Если оно им надо, они сдают на уничтожение. Ничего такого боевого, которое было привезено из зоны АТО, скажем так, в октябре місяці здано не було. Зрозуміло. Якщо правоохоронці знайдуть у людини недієздатну зброю часів минулих війн, це загрожує кримінальним покаранням? Якщо виявляють таке оружие, естественно, даний факт регистрируется, это оружие направляется на экспертизу. Если эксперты дают заключение, что оно является боевым, пригодным для проведения выстрела, и человек хранил его у себя, зная, что не сдал его как добровольная сдача, естественно, это будет уголовная ответственность по статье 263. Питання безпосередньо до вашої діяльності. Ось через які причини людині, яка належить до категорії тих, хто має право на травматичну зброю, ну, тобто судді, журналісти, поліцейські, так от через які причини ось людині, яка належить до цієї категорії, може бути відмовлена у наданні дозволу? Отказана може бути по моментам, это если ли человек состоит на учете, алка, псих, либо мы проверяем на судимость человека, если у него есть непогашенная судимость или условно осужден, он не подпадает под те категории, кому мы выдаем. Ну все, если он предоставляет нам документы, те, что я сказал, и основной документ – это подтверждение, что он принадлежит к тем категориям лиц, кому мы можем выдавать, мы никому не отказываем. На основании этих документов человек получает разрешение и в течение 3 месяцев приобретает пістолет, револьвер, там, що він хоче. Пане Юрію, дякую вам. Ми говорили з начальником відділу дозвільної системи Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Юрієм Фоміним. Власне, на цьому час нашої програми вичерпано. Це були «Акценти» на телеканалі Z. Я прощаюся з вами. На все добре.